Брифінг начальника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула. Доброго вечора, дорогі земляки. Коротко розкажу об итогах сьогоднішнього дня. Оперативна обстановка на нашому направлении фронта сохраняється напряженной, но боевой дух наших частей очень высокий, они четко выполняют все поставленные боевые распоряджения. Ситуация полностью контролируется вооруженными силами Украины и военной администрации. Есть певні успехи, но давайте подождем официальной информации об этом от военных. Вместе с військовыми мы продолжаем строительство новых и усиление существующих оборонительных сооружений на всех линиях обороны по всем направлениям. Орки продолжают обстрелы по всей линии соприкосновения из всех видов РСЗО, ствольной артиллерии, танков и минометов. К сожалению, сегодня скончалась очень тяжело раненая после обстрела села Орлова Херсонской области женщина 74 года рождения. Врачи несколько дней боролись за нее, за ее жизнь, но ранения оказались несовместимыми с жизнью. Это еще одна смерть и военное преступление на кровавых руках орков. Продолжается разминирование территорий. За сегодня обезврежено 7 вражеских кассетных боеприпасов. С 24 февраля уже около 3500. Я благодарю наших героических спасателей. Каждое разминирование – это спасенная человеческая жизнь. В Кривом Роге ситуация стабильная. Власти города, социальные учреждения, коммунальные предприятия, правоохранительные органы четко выполняют свои обязанности. Обеспечена и работа городского коммунального транспорта. Как я и говорил ранее, с сегодняшнего дня мы выпустили на городские маршруты автобусы большой вместимости. Это маршруты 228 и 228А. Это самые длинные маршруты у нас в городе, от площади Освобождения до Даманского и РОФ-1. Мы купили за частные деньги транспорт для военных, поэтому можем вернуть коммунальные автобусы на маршруты. Но если они будут нужны, опять будем снимать. Военная администрация продолжает оказывать серьезную помощь нашим военным с материально-техническим обеспечением. Форма, средства защиты, квадрокоптеры, автотехника, стройматериалы – всем этим мы занимаемся каждый день. Продолжаем выдачу бесплатной помощи от города криворожанам. Сегодня выдано еще 4605 продуктовых наборов. Таким образом, на первом и втором этапе помощь от города получили уже более 63 тысяч криворожских семей. Кривой Рог продолжает также оказывать системную помощь соседним громадам. Вчера и сегодня отвезли во фронтовые населенные пункты Зеленодольская и Нововоронцовская громад 1000 больших продуктовых наборов. Каждый это более 11 килограмм продуктов. Адресно раздавали буквально под грохот канонады. Там людям действительно крайне тяжело. И мы будем продолжать и далее оказывать такую помощь. Большое спасибо всем, кто участвует в этой работе. А от жителей фронтовых громад передаю благодарность всему Кривому Рогу. И о наших мирных победах. В Рахове на всеукраинском турнире сильнейших боксеров-юниоров спортсмен из ДЮ США номер 8 Александр Кузьменко показал отличный результат и стал призером. Поздравляю! Впереди выходные, у кого есть возможность отдохнуть, желаю хорошо отдохнуть, но убедительно прошу соблюдать все правила военного положения, комендантский час и светомаскировку. По-прежнему соблюдаем выдержку, спокойствие, верим в наши вооруженные силы, каждый на своем месте приближаем победу. Скучной вам ночи, дорогие земляки, слава Кривбасу и слава Украине!